І на сам кінець трохи з французької кухні, бо щойно в Україні почалась французька весна. Це одна з небагатьох незмінних традицій у дружбі двох країн. Це вже 13-й культурний фестиваль, який відбувся завдяки уряду Франції та культурній фундації «Альянс Францез». Кожного року нас частують новими родзинками. Французи ж, бо й без оригінальності і шарму не можуть. Відкривала французьку весну у Дніпропетровську, а вже ж модна колекція. Тільки не «прет-а-порте», а «прет-а-жоте». Це в перекладі означає «готовий, щоб викинути». Ізабель Тош, авторка одягу зі сміття, робить сукні з іграшкових пістолетів і ведмедиків, засобів гігієни і пластику. Годиться будь-який непотріб, який свідчить про те, що ми надто багато споживаємо. Такий собі іронічний натяк. Для того, чтобы бороться о том, что есть потепление, да, по всему миру. И вот почему мы решили привезти сюда коллекцию Изабелла, потому что она очень оригинальна, очень креативно это выражает. Она берет все эти материалы, которые мы либо сбросили, либо которые мы не использовали, и которому ты не знаешь даже, чем делать потом, да? Их зажигать. Но воздух потом будет хуже. Что делать с ним? Не знаешь. А вот она очень креативно создала коллекцию. И она имела уже с 2012 году очень большой успех во всех странах, где она выступала, в том числе в Вашингтоне, в США. Во Франции она получила этот премию во время самого конференции. Да? Вот поэтому мы решили. То есть мы хотели что-то легкое, прикольное, оригинальное, но и в том числе, чтобы там были какие-то важные причины, то есть важные, как сказать, важный смысл, да.